Всем добрый день! Сегодня мы с вами будем готовить картофель фри во фритюрнице. Вот такая у нас она небольшая, очень удобная. Здесь она идет на 1 литр подсолнечного масла загрузка. Мы подготовили картофель. Как мы будем резать картофель? Картофель почистили, у нас есть вот такая штучка специальная. И вот такая у нас выходит с вами картошечка. Вот посмотрите, как он получается нарезанный. Очень удобно. Так, еще одну разрежем. Видите, как быстро? Раз, и все. И вся картошечка у вас здесь уже порезана на одинаковые кусочки. Ну что, кому интересно, оставайтесь с нами, будем готовить. Так, открываем крышечку. И сюда нам нужно залить масло. Здесь есть прямо отметка максимум и минимум. Нам нужно масло залить прямо между ними посередине. Так, теперь мы будем с вами. Закрываем крышку. Включаем в розетку и включаем таймер. Включили мы на картофель. Здесь прямо, видите, указано 175 градусов. Здесь можно не только картофель фри готовить, также можно курочку, рыбку, овощи. У нас с вами, видите, таймер горит красным. Как только масло нагреется до нужной температуры, она потухнет. И тогда уже будем закладывать картофель. Пока масло нагревается, мы наполним картофелем фритюрную корзинку. Ну вот смотрите, справа у нас написано питание, а слева у нас... А лампочка уже потухла. Это означает, что нужно уже закладывать картофель. Открываем тихонечко и закладываем нашу корзинку вовнутрь. Теперь нам нужно убрать ручку и закрыть крышку. Вот такое мы уже большое блюдо нажарили картошечки. Сейчас мы с вами ее попробуем. Картошечка очень вкусная. Закладываем следующую партию. Все это нужно делать аккуратно, осторожно, не торопясь. Картошечка действительно получилась очень вкусно. А если ее кушать с каким-нибудь соусом, ну просто объедение. Итак, фритюрница нам очень понравилась. В ней можно готовить не только картофель, а также рыбу, разные овощи, грибочки в том же числе, рыбку, курочку. На этом мы с вами будем прощаться. Если вам было полезное видео, не забывайте писать комментарий. Ну а мы с вами увидимся. В следующих видео. Пока-пока.